Ну что, всратые олени, что такое брак? Что, ёптин, никто не знает? Рядовой поджопник? Сэр, брак — это торжественная передача раба в эксплуатацию пилотки. Так точно, рядовой поджопник. Брак — это полная хуйня, несущая никаких выгод и прав для мужчин. Но кто такой баба-раб? Ну, пиздолизы, кто знает? Рядовой шмонька. Сэр, это овощ, сэр. Неплохо, но точнее, шмонька. Сэр, это безвольное существо, служащее типа девочки, которая уже перевалила за 20. Ну а теперь о серьезном. Бабы зарабатывают на 20% меньше мужчин, но обвиняют нас. Они же живут на 10-15 лет дольше мужчин, но жалуются на свою тяжелую жизнь. А про насилие над мужчинами вообще не принято говорить. Из этого исходит вопрос, почему так происходит? Рядовой очконос. Сэр, они охуевшие, сэр. Неплохо для очконоса. Настоящий мужчина должен быть добытчиком в семье и преклоняться перед любимой женщиной. Боже, куда я попал? Скорее бы мне моя присела на лицо.